Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, Дмитрий Микрофона, и сегодня мы продолжаем проходить Театр войны, а именно кампания «Битва за Москву». Сегодня у нас карта под названием «Стальной щит», 22 ноября 1941 год. Под нашим командованием находится сводное такое соединение танков, по два танка я выбрал, а именно это два БТ-7, два Т-26 и две Т-34. Я уже раньше обозревал все эти танки, в принципе, уже нет надобности. Посмотрим, какие есть у союзников войска. А именно, у него несколько отделений пехоты. Раз, два, три, четыре, пять. Примерно пять отделений пехоты. Дивизион пушек из шести расчетов. Все они 45-мм 53К. Может, еще некоторые есть другие. Нет, это все 45-мм. Они его, конечно, так поставили их. Вы посмотрите на дальность их видимости. Они видят только окопы. А солдатам придется в ближних боях самим воевать и с танками, с помощью противотанковых ружей, которых на один окоп есть одна штука. На несколько окопов одна штука. Ну, на правом и на левом фланге есть по одной, и на центре один. Даже на правом фланге нет ни одного. Зато есть снайперы. Ну что ж, наша цель отбить танковые наступления, если где-то оно идет, контратакой отбивать его. Начинаем. Сейчас будем смотреть. Конечно, шансы у нас такие довольно призрачные, если смотреть, какое у нас вооружение. Попытаемся под холм поставить наше БТ-7. Т-26 на левый фланг, и на центр мы отправим Т-34, чтобы они расправились с противником, могли расправиться с противником на правом и на левом фланге, неважно, откуда он будет идти. И нужно будет действовать как-то из-за холмов. На правом фланге уже видно движение техники. Внимание. Так. Панцеры вторые. Панцер 2F и Зондеркрафтфарцик 222. Вот там Т-34 едут. Такая глубокая зима. Водитель. Что тут? 39 водитель. Не странно, почему он притормажит. Тут 30 водитель. Так. Бежит пехота. Полный рост. Зондеркрафтфарцойг пробьет любой мой танк, кроме Т-34. А вот любой легкий танк будет просто изрешечен насквозь. Наверное, только двигатель может поймать 20-миллиметровую пушку. А, нет, башня, в принципе, там углы хорошие, бронирование. Еще никого не убили наши союзники. Но пока двигаемся вперед, будем встречать их на близких позициях. Или даже мы поставим вот так наши БТ-7. Т-34 будут спрятаны. Так, ждем противника. Ну, это только передовой отряд. Так что, думаю, он будет уничтожен даже силами пехоты. Ну, нам придется несколько танков уничтожить. Ну, это такое. Видите, они уже даже вроде более-менее близко ложат снаряды с противотанковых орудий.
Хотя, как я говорил, дальность постановки этих противотанковых орудий какая-то бессмысленная. Есть один убитый, ну или раненый. У немцев. А, там еще по лесу идут. Много солдат. Так, приказываем пока остановиться. А вот начинается перестрелка. Ведем огонь по танку. Нужно выцеливать один только танк. Попадание по нашему БТ-7. Разворачиваем его. А, там уже Панцер 3F поздний. Ой-ой-ой. Ну, у нас пробитие слабенькое. Но можем, в принципе, это сделать. Можем его пробить. Выстрел мимо. Еще один Панцер 3F. Очень много панциров. Нужна помощь от Т-34. Там уже 4 попадания было в наш БТ, и он пока что держится. Невероятно. Попадание по панцеркафагену 3 заставляет его прекратить свое движение. Он стреляет в ответ. Ну, идут рикошеты одни. Так, выбили мы орудие нашему вражескому танку. В принципе, можем уже его не выцеливать. Теперь нужно использовать довольно-таки умно Т-34. Все, он вышел на передовую позицию. Ну, пусть стреляет. Выстрел по панциру. Пока что не дает никаких результатов. Так. Налево. Там остались одни панциры. Угу. Как там наше БТ? Странно, БТ выжили. Если посмотреть на Т-3, ну или Панцер 3, Панцер 3. У них не удалось выжить против наших 45-миллиметровых пушек, а вот некоторым нашим удалось все-таки это сделать. Да, всем нашим удалось это сделать. Вы посмотрите. Живы, здоровы. Дальше идет пехота, там единично. Их просто безнаказанно расстреливают. 3 танка уничтожено. Пусть продолжает БТ вести огонь. Уничтожим Зондеркрафт фарцоги, которые идут вперед. Они могут, ну, больших проблем наделать. Выстрел. Вот, стреляют уже по БТшке. Давай, давай, давай. Выстрел по Зондеркрафт фарцогу оставляет его без главного орудия. Т-26 тоже я спрячу вниз. А пусть пока не ведут огонь. Так. Долгая перезарядка. Ну, пусть отменяет огонь. Есть! Выстрел. Зондеркрафтфарцойк уничтожен. Так, с этой стороны. Наши танки пока стоят. Хорошо, что они автоматически не начали движение, а то я иногда забываю отключать им это. Так, еще ниже нужно один из БТ отправить. 4 танка уничтожено, один броневик. Наши танки все целы. Отлично. Внимание.
очень быстро едет панцер Кафаген 4C. Не знаю, чем его, конечно, так подбили. Ну, где-то спереди там еще была пушка. Одна, даже две. 53К. С другой стороны, на центр выехали еще несколько танков. Тут нужно будет контратаку, наверное, БТшками совершить. Вот это интересно. Мы будем выжидать в засаде. Давайте посмотрим еще, где засаду можно сделать. И так, где тут холмы есть? Ну, нужно тоже направить сюда БТ побыстрее. Потому что огромная засада должна быть. Огромное количество танков едет. Мы, конечно, будем встречать сейчас все, что движется сюда, в этом направлении. Но это нужно делать одновременно. Так, отступай назад. Ждем. Есть, панцер Кафаген 4C не доехал. Не нужно тратить на него лишние снаряды. Сейчас будем совершать контратаку. Разворачиваем БТ. Ставим на передовые позиции наши Т-34 и БТ-26. Одновременно выезжаем. Или одновременно. Бог его знает, как это сказать. При поддержке орудий, которые еще не уничтожены. А нет, одно уничтожено. И одно потеряло свой экипаж весь. Чуть-чуть ближе подъезжаем. Стоять. Так, попадание по БТ выводит из строя всех, кто был в середине. Вот первые первых начали выцеливать, это солдат, танкистов, которые находятся в БТ. Со всех орудий просто идет огонь. Давайте панцер 3F. Стреляем. А какие ближе есть? А ближе тут панцеры 4 еще, кстати, находится. Тут панцер без трака остановлен. Так, мы видим какие-то танки противника? А нет, не видим. Один только видит танки противника. Сейчас будут вести огонь по тем, кто прорывается. Попадание из кумулятивного по нашему танку. Скорее всего, кумулятивный, но там я вижу обычный 37 сантиметров у него пушка. 37 сантиметра пушка. Я думаю, он не может использовать кумулятивные. Так. Ладно. Будем стрелять в другие танки. Тут уже танком, который прорвался, займутся БТ-6. БТ-26. Ох, смотрите, какая проблема. Тут нам и стрелка уничтожили. А вот и наши. Так, пусть заряжающий покинет. А, все. Т-26. Вывели из строя. Господи. Выживаем ли мы? Выстрел по панцирю Кафагену. По 20 снарядов у нас осталось. Так, стреляем в те танки, которые находятся поближе. Потому что шанс, естественно, поразить их и нас больше. Тут один
панцирь Кафакин едет, не останавливается такой. Ну, у нас нет пушки, но мы все равно будем идти вперед. Приказ есть приказ. Бой. Есть! Огонь. Уничтожили мы уже 9 танков, сами потеряли один танк. Бою. А, уже дабл пенетрейшна не будет. Попадание по танку. Их так шатает во время того, как в них попадают. Так интересно. Подойду поближе. Можно, конечно, один из Т-34-ок, одну из Т-34-ок отвести. С другой стороны подъезжают танки, как я вижу. Вперед. Отведу Т-34-ку и пусть она занимается правым флангом. Потому что я вижу, тут уже мы более-менее справились. Бой. Пытаются ее поразить в ответ. Еще одна наша Т-34-ка ведет огонь. Тем самым прикрывая вторую, чтобы она благополучно добралась до оборонительных позиций. Бою. 12 танков мы уничтожили. Сами потеряли один танк. Все, пополовину танков у нас еще подбито. Ну будут как простые орудия уничтожать пехоту. Зато мы один броневик еще уничтожили. Выходят наши. Сейчас будут вести огонь из-за холмов. Просто так на холме даже появятся. Так, останавливайтесь. Так, выстрел. Попадание, но не пробили. Останавливаемся. Тут еще один панцер. Или пусть сам себе цель выбирает. Попадание по нашей БТ. Наверное, чуть-чуть выше выезжаем, чтобы видеть хорошо врага. Ой, сбоку танки подъезжают. Ой-ой-ой-ой-ой. Промахиваются. Попадание есть. Вывели мы орудие из строя. Теперь второе нужно вывести. Тут потеряли, конечно, мы наводчиков. Выезжает панцирь четвертый. Сейчас мы ему в ответ выстрелим. Так. Давай, панцирь четвертый. Мы должны его оставить без орудия. Попадание мимо. Ну, то есть попали, но не пробили. Давай, давай, давай. Попадание по панциру четвертому. Нам в Т-34-ке уничтожают наводчика. Водитель не может наводить орудие. Тут наводчик, кстати, есть. Опять мы делаем выстрел. Закидывают гранатами просто вражеский танк. Есть, попали и уничтожили. Очень долго у нас восстанавливаются. То есть выкидывают трупы, перемещают. Давай, давай, давай. У нас просто наводчиков нет. Я думаю, нужно перекинуть наводчики. Наводчика. Да, у нас просто наводчика нет. Так. Быстро наводчика сюда. Ай, не думал, что так случится. 14 танков мы уничтожили. С другой стороны, наши танки еще держатся. Стреляют и по вражеским танкам. Так. Ну,
будем вести огонь по танкам противника. Пытается наводчика переехать, смотрите. По Т-34 просто ведут огонь и нечем, главное, их заменить даже. Огонь. Огонь. Выстрел по панциру. Есть, мы его уничтожили. Главное, чтобы он еще не переехал нам солдата. Он ранен, подавлен. У него низкий боевой дух. Бой. Тут у нас Т-34 не может вести огонь, потому что наводчик нулевой. Давайте его поставим быстро на заряжающего. Внимание. Еще одно попадание. Но Т-34, она выдерживает все, что в нее влетает. Внимание. Со второй стороны Понял. Там Зондеркрафтфарцек с рацией. Наконец-то есть у нас... Да что это такое? Только он залез. Ну, придется с Т-34 нам убрать одного солдата. Давайте наводчика мы уберем. И пусть идет быстро. Т-34. Так. Ой. Так остановись ты. Я думаю, ему нужно отступать, и мы подберем его. Вот нам последнее, кажется, осталось сдержать. Последнюю группу танков. Мы можем поразить их там? Друг к другу просто бегут. С этой стороны Panzerkampfwagen 4 подбит, солдаты расстреливают танкистов. Это даже не танкисты, это просто операторы броневика. Внимание. Водитель у нас тоже убит. Но танки хотя бы делают контратаку на центр, и есть шанс их просто уничтожить. Продолжается обстрел, одна Т-34 ведет борьбу за существование вот этой линии фронта, как линии в общем. Давай. Тут панцер прорвался, вот это, кстати, сожаление, очень плохо. И главное, никаких дополнительных сил нет. Последние 3 снаряда осталось. Огонь. Так. Так, вы назначаете с командующим соединением. Теперь в вашем распоряжении стрелковая рота и артиллерийская батарея. Ого-го. И есть у нас какой-то солдат, что может быть наводчиком? А наводчика нет. Нам нужны просто наводчики для танков. У нас просто для танков ни одного наводчика нет. Танки не уничтожены, но просто там солдат не осталось. Так, передвигаем сюда. Танкист бежит, но очень долго. Нужно в открытую просто бежать. Давай, давай, давай. Стоя, бежит так быстрее. Может, мы и подведем противотанкистов? Так. Давай, в полный рост. Есть.
Есть. Есть. Попали. Никого не убили. Стандартная ситуация. Вот иногда эта граната уничтожает, а иногда просто не наносит урона, как сейчас. Вроде кинули две штуки. Давайте дополнительно еще двух солдат мы отправим. Вот у нас наводчик хороший отправляется. Сейчас будет поражать танки противника. Я не знаю, куда танк Panzerkampfwagen 4 уехал без пушки. Стреляем по танку, у которого одного осталось орудие. Ну, давай. Чего же ты не стреляешь? Берите РПГ и закидывайте его гранатами. А что ж мне раньше их не дали просто? Я бы так быстрее бы закончил бой. Ручных противотанковых. Задача выполнена. Есть! Победа! Ну просто нужно было два подбить танка и все. Выиграть бой. 11 солдат мы потеряли, а именно танкистов. Один танк выведен из строя. 14 танков мы уничтожили. Две машины. И 55 солдат. Было довольно-таки трудно, я вам скажу. Так, ну тут пушка никого не уничтожила. Т-26 уничтожил 3 танка и одну машину. Это очень хорошее достижение. Давайте их наградим. Т-34 уничтожила 10 танков. Просто героический подвиг. 10 танков и 2 пехоты. Даже 2 пехотинца каких-то затронули они. Вторая Т-34 работала хуже. Только 3 танка она уничтожила. А тут, смотрите, 5 танков. А, там кто один остался жив. Вот этот БТ, он уничтожил 3 танка. И, наверное, отсюда... Да, он пришел отсюда. Из Т-26-го и... Сел за Т-34. Хорошо, значит, 5 танков уничтожило Т-34. Ну, не настолько хорошо, как вот первое, но тоже похвально. Медаль за военные услуги, то есть боевые услуги. Заслуги. Да. Наградить медали за отвагу. БТ-7 уничтожил 6 танков и одну машину. Очень хорошо поработал. Так, тут пехотинцы. Так, медаль за отвагу, за уничтожение танка, за то, что он тогда пошел и героически, так, 5 пехоты уничтожил. За то, что он героически пошел на танк и тем самым спас операцию. Тут какой-то человек уничтожил 9 солдат. Это, кажется, снайпер. Да, снайпер, 9 солдат уничтожил, обычный пехотинец 6 солдат, но мы их, конечно, повысим, старший сержант. Но это я потом сделаю. 2, 5, 6, 5, 3, 1, 1. Ну, это были элитные солдаты еще с прошлой серия, не кажись. Да, компьютер их выбрал. Лучших. 7 пехоты уничтожил. Это, кажись, тоже снайпер. Ну, пехота наша хорошо поработала. Почему ее раньше не дали? Так было бы попроще просто все закончить. Экипаж 45-мм 53К пушки. 3 танка и 10 пехоты. Давайте наградим. Младший лейтенант. Дадим младшего лейтенанта наводчику. Так, тут... Второй экипаж, 4 пехоты, 1 машину и 1 танк. Прекрасно. Дальше всем автоматически. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Всем пока.